Деревянный, как деревянный плохой.
всем имею честь говорить. Вакин, лейтенант в отставке, позвольте со своей стороны спросить, с кем имею честь изъясняться? В должности экзекутора Иван Павлович. Я их... Да, я тоже перекусил, дороги-то знаю, впереди будет довольно, а времечко-то голодновато. Селёдочку, съем с хлебцем. Нет, кажется, вы меня не так поняли. Это фамилия моя. Я их... Ах, извините, я немного глуховат. Я право думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу. Что делать? Я хотел просить генерала, чтоб позволили называться мне яичницы. Да свои отговорили. Говорят, будет похоже на собачий сын. Ах, здравствуй, матушка! Здравствуй, как живешь, душа! Здравствуй, матушка!
Да пожалуйте завтра, да еще послезавтра на чашку чаю. Да еще нужно подумать. Черт побери, я человек должностной, мне некогда. Thank you.
Отложить редикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет, что будет. Страшно. Ох, если бы выдался Никанор Иванович. Нет, отчего же он лучше Иван Кузьмич? Отчего Иван Кузьмич? Чем же будут те другие? Нет, нет, ни почем. Какой выйдется такой и будет? О, все! Все вынулись. А сердце так и колотится. Нет, одного... Одного и непременно одного. Ах, если бы выдать Балтазара, что я хотела сказать Никанора Ивановича? Нет, не хочу, не хочу. Кого предложит судьба? Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше. Чего вы испугались? Не пугайтесь, это я, право. Возьмите Ивана Кузьмича. Ах, не стыдно, вы подслушали. Ничего, ничего, я ведь свой, родня передо мною. Нечего стыдиться, откройте же ваше личико. Мне право, постыдно. Но возьмите же Ивана Кузьмича. Право, чудо-человек! Усовершенствовал час свой. Просто удивительный человек. А как же другой, а Никанор Иванович? Ведь он тоже хороший человек. Помилуйте, да это дрянь! Чего же? Ясно, чего? Иван Кузьмич человек. Ну, просто человек. Человек, каких и не слышишь. Ну, а Иван Павлович? Иван Павлович, дрянь, 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 дрянь. Да то ж все. Да вы только посудите. Сравните только, это как бы то ни было, Иван Кузьмич, а ведь то, что не попало, Иван Павлович, Николай Иванович, Назарю, черт знает, что такое! Так вы думаете, Ивана Кузьмича? Непременно Ивана Кузьмича. Разве отказать? Конечно, отказать! А ведь как же это сделать? Как-то стыдно! Почему же стыдно? Скажите, что вы молоды и не хотите замуж. Да, ведь
Представьте же, что у меня с первого раза такой долг видел.
Охватило какое-то предчувствие, что она не знает по-французски. Ну и черт с французским. Ну как сваха-то проклятая. Ах ты, бестия этакая. А, вот она. Подойди-ка сюда, старая греховодница, подойди-ка. Ах-то вы обманули меня, Фёкла Ивановна. Ну-ка, ступай, Варвара, на расправу. Иди, слова не разберу, оглушили совсем. Дом построен в один кирпич, старая подошва, а ты набралась-то с мезонином, и черт знает с чем. А не знаю, не я строила, может быть, нужно было в один кирпич. Ах, моя бабушка, вот вы мне тоже сказали, что она знает по-французски. Знает, родимый, все знает. И по-немецкому, и по-всякому. Какие хочешь манеры, все знает. Но нет, кажется, она только по-русски говорит. Что ж тут худого? Понятливее по-русски, потому и говорит по-русски. А как бы умела по-мусульмански, то теперь же хуже, и сам бы ничего не понял. Уж тут нечего толковать про русскую речь. Речь известна какая. Подойди-ка сюда, проклятая, подойди ко мне! И не подойду, знаю тебя, ни за что припьешь! А невесте скажи, что она подлец! Слышишь? Непременно скажи! Признаюсь, ты бедничая, что так не было, что она будет так! Знай, да, что невеста с таким образованием, а я, тайноглавая, просто не была бы здесь. Вот раз. Престранный случай. Вот уж никак в 17-й раз случается со мной. И все почти одинаковым образом. Кажется, это сначала все хорошо, а как дойдет дело до развязки, смотришь и откажут, и на прибор воротит назад на очень жаль.
которого вы видите, еще никогда не было так влюбленного. Просто не приведи Бог, и неприятелю не пожелаю. Уж ты, брат, кажется слишком. Ничего, ничего, будьте посмелей, он очень смелен. Старайтесь быть как можно развязней. Проводите кровями или выставьте его, как бы причина. И пусть вам я знает, смотрит. Ну, я оставляю вас в приятном обществе. Я на минутку загляну к вам в столовую и на кухню. Нужно распорядиться. До свидания. Смелей, смелей. Прошу покорно садиться. Вас извините, что может быть, поскучу вам.
Возвращусь.
на всякий случай спрятать. В самом деле, что я был до сих пор, понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Ну какой был мой век холостой? Что я значил, что делал? Жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал, был в свете самым непустой, чем необыкновенный человек. Какое множество людей находится в таком состоянии. Однако ж, что ни говори, а как-то даже страшно делается, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на 10 лет связать себя, лишь после ни отговорки, ни раскаяния, ничего, ничего, все кончено, все сделано. Уж вот, даже и теперь назад никак нельзя попятиться. Через минуту и под венец уйти даже нельзя. Там уж и карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти. Как же, натурально нельзя. Там в дверях и везде стоят люди. Ну спросят, зачем? Нельзя, нет. А вон окно открыто. Что, если бы в окно? Нет, нет. И неприлично, да и высоко. Ну, еще не так высоко, только один фундамент. Тот низенький. Ну как же, со мной нет даже шляпы. Как же не шляпы, неловко. А неужто нельзя ли шляпы? А что, если попробовать? А? Попробовать, что ли? Господи, благослови. Ой, подбавишь их сокло. Эй, злочник! Подавать, что ли? На канат Мусьеновского мозга. Как грели без лишнего. Давай, пошел! Thank you.
не может быть! Ей-богу, выскочили! Yeah.